Всем огромнейший привет, с вами снова Айс. И мы будем сейчас проходить игру The Mirror Lead. Птичка сегодня села на воду. И улетела. Иди ко мне, птичка. Ах, слишком поздно. Какая замечательная мелодия. Играем мы за маленькую девочку. Почему маленькую? Ну, потому что тут слишком много игрушек для большой девочки. Что? Ничего себе. Мы играем за Лию. Лия. У него, у этого мишки, какой-то странный характер. Почему он прыгает от нас? Отпрыгивает от нас. Пианино закрыто. В вашем шкафу есть три платья. Переодеться? Да, я люблю красное платье. Сказала Лия мне по секрету. Поэтому мы оденем ее именно в красное платье. Разноцветные медвежата. Включим свет. Так, сюда мы не пойдем, я думаю. Пока не пойдем. Открыть кран? Пожалуй, да. Можно умыться. Вода. А ванна, наполненная водой. Туалетный бачок. Смыть воду. Пожалуй, да. А почему ванна водой наполнена? Что-то, кажется, лежит на дне. Да. А мы не можем это достать, то, что лежит на дне? Вы нашли ключ от пианино. Отлично. Представляете, в туалетном бачке, если бы еще ванну можно было слить, мы бы там не то что ключ от пианино нашли, мы бы там кусок золота нашли бы. Но представляете, в туалетном бачке можно найти ключ от пианино. Давайте поиграем. Эта мелодия мне напоминает что-то. А вам? Вторая попытка. Ничего не узнаете? Ладно, идем дальше. Декоративные растения. Включим свет. А то когда темновато тут у нас. Тут, пожалуй, тоже включим свет. Но я не хотел подниматься наверх, естественно. В гостиную мы выходить не будем. Зайдем сюда. Несколько книг без названия. Микроскоп. Посмотреть? Давайте посмотрим.
Ничего. Но, видимо, эта банка с чем-то мы все-таки сможем ее взять. А, бутылка с какой-то жидкостью. Взять образец, пожалуй. Получена странная жидкость. Какая странная жидкость. А может мне взглянуть на нее под микроскопом? Пожалуй, да. Ого. А прикольно, цвет включается, да? И выключается. Бронзовый глобус. Какой-то странный запах исходит от него. Изменилось. 100% изменилось. И сейчас изменилось, смотрите. А куда делись микробы или что там было? Ладно. Вот у нас карта. В этом комоде нет ничего полезного. Включить компьютер, пожалуй. Доступ запрещен. Требуется карта доступа. Вы получили новое сообщение. Доступ запрещен. Вот так-то. Давайте откроем шкатулку музыкальную. Комод закрыт. В комоде 5 полок. Открыть полка 1. Получен пестицид. Открыть полка 2. Полка 3. Хорошо. Полка 4. Найден маленький ключ. Да, давайте полку 5. Закрыто. Комод закрыт. Вещи. Ключ от пианино. Странная жидкость. Маленький ключ. Подходит к комоду в кабинете. И очень ядовитый пестицид. Растение выглядит засохшим. Найдено пустое ведро. Знаете, когда говорят, что растение выглядит засохшим, мне кажется, что его нужно полить. Как вам такой вариант? Особенно найдя ведро. Наполнить пустое ведро? Пожалуй, да. Ну, это логично. Честно говоря, я не знал, что это за игра. И я думал, что это тоже такой мини-рассказ. Мини-рассказ типа маленькой птички. Но это еще какой-то такой квест-адвенчур, что ли. Растение очень быстро впитало воду. Похоже, скоро опять понадобится вода. Час дня. Комод в кабинете. А вот разве это не кабинет? В этом комоде нет ничего полезного, нам говорят. Но, возможно, есть еще что-то. Открыть кран. Ну, давайте откроем. Закрыто. На замке есть деревянное отверстие. Деревянное отверстие, это интересно, да? Я думаю, что очень. Кстати, звонит телефон. Вот это уже очень странно. Давайте подойдем, а то. Да ладно, он прекратил звонить. Алло? Растение выглядит засохшим. Да как оно может выглядеть засохшим, если только-только мы его поливали?
Здесь ничего нет. Комод закрыт. Комод закрыт. Комод закрыт. В камине тоже ничего нет. Хлеб уже черствый. Наверное, его давно никто не трогал. Еще одно декоративное растение. Видимо, тут живут любители декоративных растений. Туалетный бачок, смыть воду. Может быть, тут тоже будет ключ. Хотя вряд ли. Ванна, наполненная водой. Наполнить пустое ведро, да? То есть теперь ведро с водой. Обычная картина. Открыть кран. Что это? Растение очень быстро впитало воду. Похоже, скоро опять понадобится вода. Газовый котел. Баул закрыт. На бауле есть небольшая замочная скважина. Не пройти. Жди меня в 3.26. Чего? Жди меня в 3.26. Это скоро. Это очень скоро, на самом деле. Я бегу. Алло! Здравствуй, Лия. Сейчас 3.26. И? И что? Поручен деревянный ключ. Три двадцать шесть и? Кто звонил? Почему звонили? Зачем звонили? Давайте еще раз польем растения. Типа боб и... Ячменное зернышко, что ли? Получили крошечный ключ. Чего? Пистолет? Пистолет. Что это? Знаете, честно говоря, я боюсь предположить, зачем маленькой девочке пистолет? Заряженный или не заряженный он? Не успею трубку взять. Что
нам делать? Что нам делать? Что нам делать? Что нам делать? Алло! Какой-то ужас происходит на экране. Здравствуй, Лия, не волнуйся. Птичка вылетела, достань ее на пути в Африку. Чего? И выспись, пока еще можно. Всего хорошего, Лия. Вот это... Знаете, а мне эта игра-то начинает нравиться. Я люблю такие игры, где нужно вот какой-то, ну, то есть они не совсем очевидные. Можно что-то предполагать. Я даже не буду ничего предполагать именно сам. Давайте просто ляжем и выспимся, раз нам сказали, пока можешь. Будет интересно писать в комментариях, кто будет смотреть эту игру, что вы думаете. Это был сон? Или нет? Или это что-то было галлюцина... Блин, как это выговорить-то? Я не успею. Это очевидно. За такой короткий промежуток времени я просто не успею подбежать к телефону. А где телефон-то вообще? Что происходит? А знаете что, может быть, девочка на самом деле находится где-то в пограничном состоянии, то есть где-то жива, а может быть и не жива, между этим, между мирами. Ей звонят, говорят что-то. Зачем ей пистолет не заряженный? Может быть, девочка... Да нет, вряд ли. Уже 9, да? Видимо, телефон был у нас в спальне. А растение-то растет, смотрите, еще выше и выше, выше и выше. Потому что телефона-то там нет. Алло. Проход открыт. Чего? Стол, который загораживал проход, сгорел. Перед огнем ничто не устоит. Спускайся вниз и не забудь попить воды. Офигеть. Хорошо, давайте мы, грубо говоря, если мы будем пить воду, мы сами не можем, может быть, напоить растения, забыть. Как вариант. Да. Растение очень быстро впитало воду. Похоже, скоро понадобится еще. Заперто. Использовать незаряженный пистолет? Ну да. Пистолет не заряжен. И заперто. Это немного смешно. Пи-
Пестицид, незараженный пистолет. Девушка покончила с собой? Или хотела покончить с собой? Ванна с водой. К чему клонят ты? К чему клонят? Шестьдесят один, 54, 91. Под картиной что-то написано. 61, 54, 91. Может быть, это код к компу? 61. Карта доступа. Карта мира исчезла, поменялась. Помните, птичка Африка, что-то там. Птичка поглотила Африку. Не очень понимаю, что мне делать. На дверь нужно использовать незаряженный пистолет. Нужно патроны, что ли, найти? Вы серьезно? Мне нужно найти патроны к пистолету. Офигеть. Или там картина какая-то была, давайте посмотрим. Не могу подойти. Почему Потапыч что-то от нее, блин, убегает? Спать нельзя, да? Иди в подвал, не забудь попить воды, сказали по телефону. Фу. Чему бы это вообще? Так, время застыло. Ну, вряд ли от платья что-то зависит. Даже, ну, может быть, карту посмотреть? Карта мира. Но она стала другой, реально. Странный запах, странный запах. Да, еще не впиталась. Или уже быстро впиталась. Шестьдесят один, 54, 91. Чему это?
Я застрял. Не очень, не могу представить, что нужно сделать. Еще. Здесь ничего нет. Постель холодная. И в холодную нельзя ложиться спать. Обычная картина. Ванная наполнена водой. Смыть воду. Ну, там ничего не будет. Может быть, еще полить растения? Давайте подольем. Не знаю, сколько его поливать только. Не забудь попить, может быть. Вода. Все. Больше воды растению не нужно. Вода еще не впиталась. Угу. Вода еще не впиталась. Хлеб черствый, то же самое, что было. Под картиной что-то написано. 61-54-91. Что это? Чему это? Мы можем поливать растения? Ничего не произошло. А, вот там вот большая какая-то. Похожая тоже на это растение. Может быть, его нужно полить? Может, вообще нужно все растения полить? Он сказал, не забудь попить. Ну, полить. Ничего не произошло. Давайте попробуем все растения полить, что, в принципе, еще. Пока что мне ничего на ум не приходит. Ну, наполнить водой ведро. Использовать ведро. Ничего не произошло, я так и думал. Загадка века, блин. Что же нам делать? Ком главное, не могу ничего с компом сделать. Потому что нет какой-то ключ-карты к компу. Офигеть. Где нам может вообще быть? Видимо, возможно, в подвале, но не могу туда пройти, потому что не заряжен пистолет. Ой, серьезно? Ну, использовать. Ничего не произошло. Логично, кстати. Что нифига не происходит. Почему Мишка непонятно куда прыгает-то постоянно? Да нет, не нужны нам переодевания. Да нет, сказал же, не надо. Действительно, единственное, что могу предположить, ну, что реально нужно полить все растения в доме. Хотя это глупо. Телефон ничего. Разноцветные медвежата. Один здоровый медведь постоянно отпрыгивает от девочки. У нас есть еще одно полное ведро с водой. Мы можем спуститься вниз и полить последнее растение, которое не полили до этого. Полить. Да нет, это глупость, да. Это глупость. Газовый котел.
Заперто. Использовать незаряженный пистолет. Пистолет не заряжен. Застрял. 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 Как его? Чтобы он, блин, может быть, и с ним что-то нужно сделать. Заперт, использует пистолет. Какой-то бред в игре происходит. Непонятный, но имеется в виду. На месте висит записка, почитай, да. Как были прекрасные дни в июне. Помнишь, у нас был знаменитый, знаменательный день. Как это все было прекрасно. Портрет Бетховена. В этом кого ничего нет. Я имею в виду, что не игра бред, а происходит в игре бред. То есть, какой-то, не знаю, в каком состоянии. Может, она в бреду просто, девочка. Жар у нее, поэтому вода постоянно. Это тоже вряд ли. Абсолютно вообще ничего не понимаю. К чему эти цифры? 61, там что-то еще. 54, 91. К чему они? Подожди, а что это за картина странная? Я не могу ее почитать. То есть подойти посмотреть. Тут у нас картина тоже не активна, вода еще не впиталась. А почему картины не активны вот эти? То есть не говорят, что это за картина. Обычная картина, а там ничего. Интересно. Я просто не понимаю, как зайти вниз. Это какой-то ужас. Думай, ну бас, думай в конце концов. Вот то, что застрял рычаг, 100% не просто так. Просто 1000% не просто так. Уверен. С этим рычагом нужно что-то сделать. Переключатель 3 застрял. Переключатель 2 выключен.
Что вообще эти переключатели в принципе нам дают? Газовый котел, газовый котел. Да ничего они в принципе не дают. Или дают? Или дают, или дают. Что же я, в принципе, упускаю из виду? Что я тут упускаю? Может быть, холодную кровать я упускаю? Ну, то есть в той комнате, помните, говорит, кровать холодная. Может, ее нужно подогреть как-то? Или пока тут включить свет, например. Хотя какая разница? Постель холодная. Ну, конечно, скорее всего, это не к этому относится, но все-таки постель холодная. Но с другой стороны, как я могу включить все три переключателя, если один застрял? Я этого никак сделать не могу. Да не буду ничего поливать. Вот им нет смысла уже, понятно и так. Мы даже проверили на всякий случай это. Это издевательство какое-то просто. На стене висит записка. На стене записка висит. Портрет Бетховена. О, там кого-то ничего нет полезного. Бутылка с какой-то жидкостью. Смысл с этой жидкостью бутылки вниз. За окном ничего не говорит, что за окном. Одноцветные медвежата. Ну, мне что-то нужно явно открыть, чтобы зарядить пистолет, это я понимаю, но... Я не знаю, как это и где это вообще есть, и что это нужно сделать. Вот в чем проблема, наверное, главная. Ну, тут явно нужно использовать компьютер, это 100%. Ну, блин, где ключ-карту найти, да? Вопрос. Что нужно сделать тут? Не понимаю. Просто тут сидим. Кому-то мы уже как бы посмотрели, я не знаю. Постель холодная. Может быть, отключить везде свет? Я не знаю просто, что делать. Газовый котел. Отлично. И что это газовый котел? Дальше-то что? Ключ от пианино. Что у нас вообще есть в инвентаре? Не могу пройти вот именно туда, хотя там есть, видите, хотя там есть, как это ни странно, как это ни странно, да? Почти 3 застрял.
Как сделать так, чтобы он расстрял, блин? Когда начинаю думать больше не о сюжете игры, а куда мне идти, начинает становиться скучно. Лично мне. Кому закрыть еще? Может быть, третья полка, третий выключатель. Бред, конечно, полный, но... Да нет, бред. Время застыло. Время застыло. Я что-то так застрял. Не офигеваю. Ёпарас это? Ха-ха-ха. То есть мы что-то открыли, да? На самом-то деле, я зря бегал. Совсем забыл про закрытую полку комода. Вот это уже интересно. Так, а теперь что у нас есть? Двери кабинет. Дверь кабинет, хорошо. Кажется, подходит к чему-то маленькому. Или так и будет смотреть, если сейчас вторую полку нажму. Закрыто. В комоде 5 полок. Открыть. Полка 2. Закрыто. Открыть. Полка 3. Пусто. Хоть я только что ее открыл, нет? Закрыто. Что-то я то ли я путаю что-то совсем. То ли. То ли еще что-то. Почему, во-первых, закрыта вторая полка стала опять? Во-вторых, где этот ключ? Куда его вообще использовать тогда? В таком случае. Ну разве что тут. Пестицид. Получен маленький ключ. Маленький ключ. Куда он подходит? Комоду в кабинете. Пустой комод. Полка 2. Закрыто. Комод в кабинете, это тут. В комоде ничего нет полезного. Ну что, реально шутите, что ли? Я открыл комод. Открыл. Тем ключом. Получил еще один ключ, маленький. Получил пестицид, зачем? Второй уже.
Идиотизм, что же такой дурак-то, видимо. Мне нравится играть с сюжетом, с нормальными головоломками, но не с непонятными головоломками, понимаете? Разница. Понятная хорошая головоломка или непонятная абсолютно. Да нет у меня ключ-карты, успокойтесь, дайте отсюда выйти. Нахрена мне два пестицида? Зачем мне они? По логике, по всему, зачем мне два пестицида? В комоде 5 полок, да, открыть давайте третью. Пусто. В комоде 5 полок, откроем четвертую полку. Внутри пусто, естественно. В комоде 5 полок, открыть пятую полку. Закрыто. Маленький ключ открыл замок. Пятая была закрыта тоже. Два патрона. Офигеть. Вот это я дурак, действительно. Они задания сложные. Это я просто дурак. Вообще-то подумал, что пятая полка была открыта. Ну давайте используем. Вы используете зараженный пистолет. От одной пули стало меньше. Да пофиг на пули. Пустой сундук. Получена карта доступа. На столе лежат различные записи, выполненные на разных языках. Пусто. Уже пусто. Уже пусто. А что, было полно, что ли? Офигенно. Ну, видимо, на столе лежат записи на разных языках, так и будет, да? На стене памятка прочитать, конечно. Час, два, четыре, восемь, двенадцать, ноль, 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 ноль. Подождите, а может быть это ядерная война? Континентов не стало некоторых. Все в огне. Как вариант. Это конец мира посредством ядерной войны. Без названия. Лея, по поводу птички, тебя обманывают. Лея, ты прочитала мое сообщение? Лея, ты должна убрать птичку, пока она не скрылась в Европе. Ответь как можно скорее. Птичка явно пожирает мир. Только что это под птичкой? Почему Лия должна это убирать? Птичка только что была замечена в Европе. Что ты делаешь, Лия? Лия что-то делает. Как Лия вообще связана с птичкой? Как маленькая девочка, может, или в ее имени что-то зашифровано? Ответь, Лия, птичка уже близко. На карту смотрите, да? На карту мира смотрите. Я смотрю. У нас с тобой договор, Лия, ответь. Договор. Договор. Чем это, о чем? Я должна идти. Убери птичку любой ценой, Лия. Прощай. Карта мира. Убери птичку любой ценой. Почему? Почему птичка поедает мир? Что это? Это что-то образное или это что-то конкретное, разрушительное?
Или образная, как птичка летает, пожирает. Ассоциации. Ассоциации. Если бы не тупил с этим еще ключом, было бы вообще отлично. Я с ключом очень много тупил. Телефон опять тут. Здравствуй, Лия. Это птичка. Птичка пролетит над тобой. У тебя хватает воды? Хорошо. Давай, Лия. Птичка ждет. Чего? Я очень хочу, очень хочу. Смысл. Или ствол растения покрыт мелкими насекомыми. Использовать пестицид, да. Я очень хочу ваше мнение насчет этой игры узнать. Вот почему два, да? Пестицид нам нужно было. Как вы думаете, смысл ее? То есть что-то произошло. Девочка умирает медленно, просто находясь между жизнью и смертью. Поэтому мир исчезает и все такое. А птичка это как символ того, что ее куда-то унесут. Самоубийство. Выстрелы слышали? Это интересная игра. Опять же, заставляющая подумать. Может быть, не очень конкретная, но... Хочу в комментариях всех, кто будет смотреть. Я знаю, что как минимум двое или трое подписчиков будут смотреть эту игру. Скорее всего. Хочу знать ваше мнение. Конкретно вот такое изложение на 20 страниц не требую. Ну хотя бы в 10 строчках описать, что вы думаете. По поводу, что в этой игре вообще описывается. С вами был Айс. Всем огромное спасибо и пока-пока.